Коронавирус пошел во власть. Ковид обнаружили у депутата законодательного собрания края. Предположительно, он из партии «Единая Россия». Депутата госпитализировали. Остальным парламентариям предложили пройти тестирование. В здании сейчас проводится санитарная обработка. Очередное заседание перенесено с 4 на 5 июня. Она пройдет очно. Для СМИ и красноярцев будет доступна видеотрансляция на сайте парламента. Также коронавирусом заразился сотрудник департамента городского хозяйства мэрии. Там проводится дезинфекция. Четверо его коллег отправлены на карантин.